Тем временем вирусы атакуют горожан. В Оренбурге официально зарегистрировано 7 тысяч заболевших острыми респираторными заболеваниями. Как отмечают в Роспотребнадзоре, повода для паники нет. Неприятно, но это обычное сезонное явление. В сентябре месяце ежегодно, значит, в связи с началом учебного года, с окончанием летних отпусков, всегда регистрируется и в области, и в городе Оренбурге сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Эта ситуация обычная для данного периода времени. Она у нас ежегодно. Вот если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, вот за эту неделю прошлого года, то было еще больше, было 8,5 тысяч заболеваний. Симптомы у всех одинаковые – насморк, кашель, головная боль. Причем можно быть уверенными, что это не грипп, отмечает специалисты. Заразиться ОРВИ очень легко, говорят в Роспотребнадзоре. Поэтому при первых симптомах заболевания рекомендуется не выходить на работу и учебу. Ну и не за горами, как говорится, сезон гриппа. Обычно до Оренбуржья этот вирус доходит в январе после новогодних праздников. И уже в ближайшее время в медучреждениях области начнут проводить профилактические мероприятия. Единственным профилактическим и наиболее надежным, эффективным средством это является вакцинация. И вот сейчас у нас как раз такой период и проводится в городе и в области. Подготовительный период – это сезон вакцинации против гриппа. У нас планируется в этом году в рамках национального календаря 550 тысяч населения привить. В первую очередь будут привиты дети и пожилые люди. Не откажут в проведении вакцинации и всем желающим.